Творим добро вместе. Помочь пострадавшим при взрыве в поселке Новокулис может каждый. 18 августа в Дагестане пройдет благотворительная акция. 30 крупных торговых домов, заведений и магазинов пожертвуют весь доход за этот день. Предприниматели уже не в первый раз объединяются для достижения благой цели. Все вырученные средства направят в благотворительные фонды. Сила у дагестанцев, кавказских народов в том, что мы любую трагедию, любую проблему как свою личную воспринимаем, поэтому как бы остаться в стороне было бы не то чтобы некрасиво, а скорее неправильно. Поэтому это очень правильный жест, и считаю, что таких должно быть больше. То есть любая проблема, которая должна быть, мы должны вместе все решать, и вот это один из таких случаев.